Здравствуйте. В этом видеоролике хочу рассказать про японский легкий элитный танк Type 95 HAGO. Начнем с его модулей. Тут все просто. Вы сами понимаете, что, конечно же, лучшая пушка последняя. Вот это. Последняя рация, движок и ходовая. Я уже рассказывал в некоторых видеороликах, что не обязательно ставить последнюю рацию 6 уровня на такой танк. Вот, ну это чисто для лучшей передачи местонахождения противника, чтобы вы передавали своим союзникам их местонахождение. Плюс эта рация передается в следующие танки, вот, чтобы потом уже не исследовать ее. Кратко говоря про этот танчик. Танчик маленький такой вот, шустренький, быстренький. Пробиваемость урон у него неплохая. Вот. В принципе, танк неплохой. Сейчас я вам продемонстрирую его в бою. Вы сами его увидите. И у вас сложится, конечно же, свое мнение про этот танчик. Внимание. Только что вы видели фрагменты боя на этом танке. Видели, что он может, как он себя ведет в бою. Теперь интересно ваше мнение, что вы думаете про этот танк. Если вам он понравился, пожалуйста, поставьте лайк на видео. А если нет, прокомментируйте свое мнение. Спасибо за внимание. Пока.